Ребят, всем привет! И Виги вернулся. Я ушел на несколько дней поотдыхать, скажем, в Battlefield 4 приобрел себе на днях и просто, когда в него зашел, не смог оторваться. И поэтому не было лень записывать видео и все остальное. А Battlefield 4 записывать не могу по некоторым причинам. Во-первых, я еще не особо опытный игрок, а во-вторых, да, записывать особо там нечего. Как я киршота раздаю, мне кажется, это особо может кому-то и неинтересно. Хватает очень профессиональных игроков в интернете. А пока что сейчас мы возомнемся на БГ и в выпуске видео, думаю, вернуться в свой прежний режим. Ну что, спасибо, что меня смотрим, и начнем. Да он дрище! Это я даже не стану дикий на него писать. Да. Пожалею. Ага. Нет, кстати, выяснилось, что это, скорее всего, был мой нет, потому что Игорь мне... Я тогда чистил нет, короче, мне там 27... Нет, опасных у меня нет программ. Фолиантов, и теперь у меня нет массового отрождения заклинания. Игорь, да. Я знаю, у тебя есть фолианты. Дай мне одну штучку. Один есть. Вот, я один свой отдал Кириллу, теперь ты один отдашь мне, а Кирилл потом отдаст тебе. Да. Так что Кирилл должен тебе. Именно так. Да, так и живу. Вот хорошо ты живем. Нет, лучше сюда. А это все. Пошли пуканы нагибать. Ну что, я флаги таскаю. Ага. Опять за 3 минуты флаги натягаешь, поиграли. Сейчас станет сам возьмет флаг и будет всем расслаблен. Да, я сейчас так и сделаю, я возьму флаг и все. Ты не успеешь, блядь. Не, сейчас первый ящик за болстом сижу. Ну это да. Если бы я была инженеркой, я бы тебя погнал. Ты меня? Да. Ну меня и нет. Ты мне не веришь? Нет. Не смотри. Если ты не будешь взять плащ, я возьму берсу. Я схитрю. Go. А, ну у тебя еще и боты, конечно. Ну так а как же без них? Опа. Не успел чуть-чуть. Кирилл, ты где? Я за тобой. Давай, сейчас там. У меня будет мегаврут. Вот это, братан, нифига себе. Даже нет. Так удал. Там у тебя просто врывается, нереально. Так я же в самое, в центр взлетел. А это хилер. Маншот. А, ты серьезно? Ого. Вот это я откинул. Я? Не, я. А. Монг, ты меня достал слегка. Хили тут всех бегает, принимайте хилю, ну и как-то. Еще стану всем воздают, надо ему пукан надрать. Вектор флаг взял. Да они вообще... Они боги на 1500. Можно меня здесь пойдет? Ага. Да, все можно. Нужно! Все можно, когда ты на БГ. Да, когда на арене не получается. Ой, хорошо отразилось. Там мне пукан маг пытается порвать мне пукан. Хай пытается.
я фил, блядь. Какой у нас тут планетчик? Или кто это вообще? А, маг. Нет, я впустую использовал то, что впереди. Я тебя закружу. Ты что, серьезно вылезешь? Ты издеваешься, что ли? А чё они все меня дамажат? Ты ж хил единственный. Нет, там я не единственный, там дофига. Салое безоружение в центр. Я не сниму, я сниму. У меня есть билька. Ты не будешь получать, потому что сейчас я тебе дам фридом. Вообще я оттанчил всех, я не знаю. Красавчик. Ах, они хитрецы, видишь, как тебя стопают? А мне 8 секунд КД. Да. Блин. Нет, Хант, я тебя все же забивал. Я понял, что тебя хилит Симон. Он тут пилот на выхилит. Не замазка. А меня там пытаются. О, вот это пойдет. Ты что, серьезно? Пилат будет кто-то дальше, умри. Игорь, все, ништяк. Ты, я сейчас буду спалить тебя. Только где ты? Я в округе. Разрушение. Фулкидный, фулкидный. Все, мы убили этих двоих. Меня похилить надо. Хороший, как раз. Мысль. Только я не могу сейчас потратить себя. Так, закрой. Позови. Ох ты, хитер. Мика сбивает, еще умудряется. Ой-ой-ой. Опасно играют, опасно. Там антимаги, все что угодно уже дают. Монку играю, прикольный ник. Лами танцую. Опа, меня глушили. Тоже не сказали. Ща, блядь, ты еще живой, а? Давай, дух. Живой? Так дальше. О, шаман нашелся. Надо немного покрутиться. Готово. И ты где? Возле домика, где их хилка.
Ханта тут нагибаю. У метра пытал. Заморозка. Ой, ой, Саня, Саня, живи, живи. Ой, мне там это, мне тоже. Я хилю тебя, хилю, хилю, ты будешь жить. А Макс, где, блин? Ему фулкидни, фулкидни. Ты будешь жить. Видео будет снято. Я только что пожал фул булсты в никуда. Это бывает. Где вы тут забыли, а? А ну давайте сразу. О, полет нормальный. Так, так дела не делаются, куда же они все пошли? Так, тут и без меня все похилят. Кирилл, ты где? Я тут. Пошли. Ты там ходишь за флагом? Да, вон. Так, тут какой-то мелкий хант мешает нашему, пойду помогу. Привет, не ждал? Так, ты где там? Ты с флагом, что ли? Не-не-не, я тут хантика не ждаю. А где он вообще? А, вон, вижу. Так, кто там где? Флагов пошли у нас. Я на пятом месте по хилу, вот это позор. А вот и мы. Так, надо вот это монка набить. Больно мне надоел. Ну кто его в стан поставил? Так, и теперь. Как-то лучше. И монк. Это робот. Вперед. А я кота какого-то видел. А, это кота похоже. А вот и маг пришел. Сейчас сразу вот еще. Не дал. Надо идти за флагом. Так, пошли. Пошли. Что там у них? О, блин, ненавижу, у них другой флаг держит. Где же ты у нас? Понятно. У меня фулл есть, пошли по туче заберем этого. Все, пошли, пошли, я иду. Сейчас тут половина мага заберу, а то он у меня пялится. Я иду к вам. Вы там где, возле флагбона? Я вот возле нашего, я бегу. Только хилите меня полностью. Уложи меня. Где вообще там? Я к квадбону к нему иду. А, все. Да, да, вот я иду. Можно побыстрее? Я готов. Дал тебе возложение рук на ФП. Отлично. Тебе ловушка, не успел. Квадбоне. Ну ладно, у меня есть тренька. Я тренканул все, что можно. Тренни. У него 636-ка, я один не делал. Дал ему станчик. Забей тут. Куча такая на нас одних. Где все? Нужна подмога. Так, сначала убить хила. Даем хил. Чуть подгона держит. Нужно быть отходиться. Я еду к нему. Алло. Покидну. Все, с хилом разобрался, сейчас. Где там хантик этот? Что, не убили нас, да? Куча на двоих. Да это школьники какие-то пришли поиграть, чисто.
кокон в маханте. Лол, у него шаман с автогиком играет. Я запалил его. Спалился. Че там бинты? Это пустая толпа. А, меня убили. Я отомщу за тебя. И уйду. Пока, детишки, я буду жить. Так, я бегу к тебе, может, ты выживешь. Да надеюсь. Я жив, ты чё? Я убежал от них, как только мог. Все, идите, такой... второй... Кто там пошел за этим самым? Я так и знал. Увариал. Не-не-не, подожди. Там маги. Так, нас трое. Ай, блин. А что? Кто поставил? Маг? Кто поставил? Ты зацени ДПС, что это за бичи? Как это возможно? Ну, учитывая то, что они впятером не смогли нас двоих убить, то, в принципе, непонятно все сразу. 23 миллиона против 8. Господи, куда я попал? Да. Ну что, давай тогда регаем.